Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», с вами Николай Пивненко, и сегодня поговорим о развитии спорта в городском округе Люберцы и, в частности, отдельное такое направление, мне кажется, что сегодня его многие воспринимают, ну, одним из первых, потому что художественная гимнастика, мы знаем, что очень хорошо наши российские спортсменки выступают в этом виде спорта. В общем, обо всем этом и не только конкретно о художественной гимнастике мы поговорим с людьми, которые к ней имеют непосредственное отношение здесь, в городском округе Люберцы. Встречайте, Елена Михайловна Розанова, старший тренер по художественной гимнастике специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы. Помимо этого, Елена Михайловна вице-президент Федерации художественной гимнастики Московской области, то есть всей Московской области, и президент спортивного общества «Профсоюзы». И Елена Михайловна привела к нам сюда чемпионку первенства Центрального федерального округа групповых упражнений в составе сборной команды Московской области Елизавету Мелехову. Это 2021 год, да, Елизавета? Да. То есть практически вот только-только свежеиспеченная чемпионка. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Спасибо. Ну и сразу же первый такой вопрос. Когда вы пришли в спорт, да? Когда это произошло? Сколько вам было лет? Я пришла в 5 лет, меня привела мама. Ага. Вот первым тренером у меня стала Шайдурова Надежда Анатольевна. Угу. Вот я с ней прозанималась 2 или 3 года. Вот, и дальше перешла к Елене Михайловне. То есть с 7-летнего возраста вы уже с Еленой Михайловной трудитесь? Да. Елена Михайловна, и поэтому сразу же такой вопрос. 5 лет. Ну, что там ребенок понимает в 5 лет? Его приводят и заставляют вот эту художественную гимнастику. Я хочу вам сказать, что это в 5 лет. Сейчас еще раньше мы набираем. Ага. Сейчас мы набираем с 3. С 3? Да. То есть взрослеют, что ли, раньше? Дети более подвижные. Ага. А вот, и хочу сказать, что вот любовь к гимнастике идет сначала от родителей. Если мама, конечно, влюбляется в эту художественную гимнастику, ага, они становятся фанатами. И папа уже даже ничего не и сможет. И папы сделать ничего не могут. Вот, и благодаря тому, что мама настолько нравится этот вид спорта, и она влюбляется в него, и, естественно, таскает своих детей в 5, и в 3, и дальше, и дальше. Потому что, правда, чем старше мы становимся, тренировок очень много, практически без выходных, а иногда 2 раза в день. Поэтому мама возлагается привести и отвезти. Но художественная гимнастика настолько красив вид спорта для девочки, вот как я считаю, что мама настолько влюбляется, что готова возить хоть с утра до ночи. Потом будет сидеть, смотреть, умиляться, и даже неважно, выиграет, не выиграет. Абсолютно, абсолютно, конечно. И еще тогда вопрос. Мы знаем, что сегодня к спорту, да, предъявляются особенные требования, да. Есть спорт массовый и высших достижений. Высших достижений, которые многие критикуют, потому что если не угадать с ребенком, не угадать с его здоровьем, не угадать с его, ну, то есть он может долго скрывать то, что, может, ему и не нравится этот спорт, да. Сейчас не по отношению к Елизавете, а вообще. Вот как вы считаете, кто вправе выбирать, идти дальше в большой спорт или вот массовый спорт для себя, а потом просто приятные воспоминания и записи видео? Знаете, я что хочу сказать? Ну, во-первых, это, конечно, зависит от девочки. Я вот первым делом ставлю у детей трудолюбие. Ага. Вот на первом плане. Если девочка ленива, да ты хоть талантов будь 25 раз талантливее, чем та, которая трудолюбива. Не пойдет. Не пойдет. Конечно, вот от этого очень много зависит. А вот дальше, вот спорт высоких достижений. Ну, естественно, мне кажется, это тоже зависит от родителей. Потому что, сами понимаете, спорт... Готовы ли они, да? Да, спорт высоких достижений, конечно, требует многого. Во-первых, ты должна быть как бы отлучена от улицы, от, как вот сказать, от знакомства, от дружбы. Ну, ты вот вертишься, вот как у нас в Новогорске. Они, в принципе, сидят в Новогорске годами. Это на базе, да? На базе, да. И, конечно, вот такой, может быть, личной жизни у них не очень, ну, не то, что не складывается, а нет ее пока. До какого-то определенного уровня пока они не достигли. Вот это надо уметь себя воспитать так, что ты все время свободное тренируешься. Понятно. Елизавета, скажите, пожалуйста, вот что самое сложное для вас в художественной гимнастике? Ну, я думаю, это когда у тебя все болит, вот, и когда у тебя все болит, там, например, вчера у тебя была очень тяжелая тренировка, вот, ты уже как бы понимаешь, что у тебя все мышцы сейчас отвалятся, вот,
И поэтому ты должен сказать это тренеру, вот, чтобы знали, что у тебя болит, возможно, тебе меньше нагрузки дадут. Пожалеют. Размечталась. А тренер приходит и говорит, сейчас мы тебя разомнем быстренько. Да, сделай. Но вот эта же боль, она приятная в каком смысле? Я кое-что еще помню, что, собственно говоря, она говорит о том, что мышцы работают, да? То есть это не такая боль, ну, как скажем, связанная с какой-то болезнью. Травмы вот, там или чем-то, травмы. Да. Вы же уже со своим телом умеете разговаривать, правильно? Вы же, вот одно дело тренировка, я думаю, что, наверное, все спортсмены понимают, где чуть-чуть добавить, где где-то чуть-чуть убавить. Где-то можно расслабиться. Да, тем более тренер немножко где-то что-то... Отвернулся, посмотрел. Пошла кофе попить. Но настоящая спортсменка знает свои возможности. Вот как вы считаете? У вас есть еще возможности, ну, еще больше заниматься, еще добиваться больших успехов, несмотря на то, что мышцы болят? Ну, конечно, есть, я думаю. Потому что если ты хочешь добиться чего-то, то ты должен это прикладывать усилия все, чтобы добиться. Хорошо. Можно я вот скажу две секунды про Лизу? Вот Лиза, вот качество, о котором я говорила, трудолюбие. Есть такое качество. Она может, вот знаете, ее можно одну оставить в зале, отлучиться, кофе попить. Она не будет стоять, она будет работать сама, знает, для чего она это делает. То есть, знаете, как в таких спортивных фильмах показывают, как спортсмен становится героем, да, постоянные тренировки, все уходят, а она продолжает тренироваться, да. До изнеможения. Ну хорошо, поговорим еще о некоторых аспектах. Елена Михайловна, ведь художественная гимнастика у нас такой вид спорта, ну, отдельно, ну, наверное, что можно назвать? Хоккей, фигурное катание и художественная гимнастика. Там, где... периодически еще где-то мы, но это такие вот основные. Основные, да, если мы в хоккей проигрываем, то мы знаем, что на следующем чемпионате мы точно выиграем все-таки. Да. В этот раз, ну ладно. То есть то, чего нельзя сказать о футболе, нельзя сказать, как видите, о некоторых других. Даже о биатлоне, который мы всегда были первыми. Вот, ну, теперь видите, как все меняется. Поэтому это же накладывает определенное, как вы считаете, на сегодня, вы являетесь у нас и вице-президента Федерации художественной гимнастики Московской области. То есть вы поставляете спортсменов, я так понимаю, Гвинов. в ту самую сборную. Да. Президент спортивного общества. Как у нас художественная гимнастика сейчас обстоят дела? Я хочу вам сказать, что художественная гимнастика никогда не упадет, потому что вот состав тренеров российских, вот они, правда, фанатичны. Потому что у нас фанатичный президент. Ирина Санна Вина Русманова, она правда фанатичный президент. Она всем вам передает такую свою, да, потому энергию. Что я вам расскажу, перед Новым годом наша сборная России плохо выступила, соревнования были в Зуме, вот, и наша сборная групповых выступила плохо. Вы знаете, конечно, это может быть не очень хорошо, но стреляли? Нет, она лишила всех Нового года. Она лишила Нового года себя, прежде всего. Она хотела поехать отдыхать хотя бы неделю от всего. Вот. Она лишила себя Нового года, она лишила тренеров сборной России и, естественно, гимнасток. Она на 31-го какую-то поблажку им дала, пригласила Деда Мороза, дети поиграли, пошумели. А вот, и продолжали уже с 2 числа готовиться. Потом Дед Мороз сбрасывает себя. И стал хореографом. Стал хореографом. Поэтому пока у руля Ирина Санна, она не сама не дает себе ни одной поблажки. И не дает поблажки ни одному тренеру, который работает со сборной страны. Вот сейчас у нас, вот сегодня проходит первенство России по художественной гимнастике в индивидуальной программе. Вот я смотрела его, сначала так посмотрела, потом посмотрела дистанционно, потому что сюда бежала. Знаете, сколько гимнасток? Сколько? Миллион. Вот сейчас участвует 157. А из них потом будут выбираться лучшие? Вот она смотрит, вот она смотрит, отбирает детей в сборную, и они уже приезжают в Новогорск. И там тренируются, и живут, и все, там полный процесс у нее тренировочный идет новогодний, круглогодичный. Один такой вопрос, мы сделаем небольшую паузу. Лиза, скажите, пожалуйста, а что лучше, самой выступать, самой за себя отвечать, либо в групповых участвовать в соревнованиях? Мне, если честно, без разницы, потому что, ну, по крайней мере, мое мнение. Вот, если в личном ты можешь сам себя поддержать, вот,
и сам себя настроить, то в групповых же это нужно каждому подход свой найти. Вот. Но в групповых еще легче в том, что тебя могут поддержать большинство. Вот, то есть такая где? Взаимовыручка, да. То самое такое слово. Да. Сейчас сделаем небольшую паузу. Мы говорим сегодня о художественной гимнастике, причем, как видите, говорим не только о уровне тренировок, вот, например, в городском округе Люберцы, где уровень высокий, но и на уровне сборной России, Олимпийского резерва. Небольшая пауза и вернемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня говорим о художественной гимнастике. Я хочу напомнить, что у нас в студии сегодня, теперь в обратном, так сказать, направлении представляю, Елизавета Мелехова, чемпионка первенства Центрального федерального округа групповых упражнений в составе сборной команды Московской области. Все это происходило в январе 2021 года, то есть практически вот новоиспеченная, и Елена Михайловна Розанова, старший тренер по художественной гимнастике, специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы, также вице-президент Федерации художественной гимнастики Московской области и президент спортивного общества профсоюза. Елена Михайловна, такой вопрос. Как к спорту сейчас отношение с двух точек зрения? Мы знаем, что на том самом великом спорте, который там где-то, куда стремится и правильно делает Лизавета, я надеюсь, к тому времени, когда она туда доберется, у нас закончатся все эти скандалы допинговые. Угу. Я не могу не задать вопрос, что со спортом сегодня происходит? С одной стороны, то, чем занимаетесь вы, это великолепно, замечательно. Очередь стоит из детей. Я имею в виду и вы, и ваши коллеги. Много, да, да. Потому что спорт это все-таки дает возможность человеку очень хорошо закалиться себя, да, и реализовать себя на каком-то уровне. Даже если потом он его бросит и будет заниматься чем-то другим. Конечно, поможет ему, да, в жизни. А вторая версия, что спорт в какой-то степени сегодня вот с этими допинговыми делами, не только в России, просто у нас так как-то так по полной программе нас сейчас мучают. Но есть такое ощущение какого-то несправедливости. Вот что со спортом происходит? Вы как опытнейший человек. Я считаю, что спорт стал одной из частей из политики. Это очень плохо. Так. Вот. Если раньше спорт был спортом и побеждал как бы сильнейший человек. Даже на Олимпиаде 80. Да, даже на Олимпиаде 80. То сейчас, конечно, спорт замешали с политикой. Оттуда все эти допинги. Оттуда вся вот это, ну, негативное отношение к нашей стране. Вот. Я считаю, что это неправильно. Что, конечно, спорт. Вот, например, отменена была Олимпиада, да, вот наших там дисквалифицировали многих. Я знаю, что у меня хороший друг, он байдарочник. Он сам готовился к летней Олимпиаде. Его лишили. Его лишили. А понимаете, у него был настолько стресс, лишение вот этой Олимпиады. Он 4 года бился, тренировался сутками к этой Олимпиаде. Все, лишили его. Человек потерял стимул к жизни. Он год оправлялся от этого, и все-таки это политика. Я знаю, что наши спортсмены чистые спортсмены. Да, может быть, в спорт высших достижений. Я не думаю, что китайцы все без допинга работают. Просто, наверное, у них это, ну, другая немножко медицина. Методика. Вот. Методика, да, всего этого. Я вот знаю, что гимнастки, они действительно все чистые, потому что Инсана за этим очень следит. Вот, как дисквалифицировали один раз там Алину Кабаеву, но это, мне кажется, они же у нас вес всегда, мы гоняем вес. Вот, и пилени там фуросемита, оказалось, он относится к, да, относится к допингу. Вот их как раз лишили. Я считаю, если бы вот спорт был без политики, тогда вопросов бы не было. Не было. Наши чистые спортсмены. Может быть, есть какие-то единицы, которые подводят всю эту Россию. Вот. А так спорт, конечно, и мне кажется, вот это вот сейчас, например, собираются там ехать, да, выступать опять на Олимпиаду, если бог, она, дай бог, будет в 21-м году, году в Японии, собираются выступать под песню «Катюша» вместо гимна, без флага. Ну, понимаете, вот спортсмены здесь вообще ни при чем. Вот это политический момент. Нам остается надеяться, что это когда-то вот пройдет. Вот должно закончиться. Да. Мне кажется, да. Но все-таки же какая-то спортивная медицина существует. Конечно. То есть, грубо говоря, если к вам приходят девчонки, вот вы говорите вес и так далее, или ну, вряд ли набрать, скорее сбросить. Сбросить, себя, конечно, да, сбросить. Сбрасывать. Какие-то препараты и так далее. Насколько это безопасно для детей? Сейчас мы уже переходим на вот наш уровень. Почему? Потому что мы же прекрасно понимаем,
что очень часто родители не все знают о своем ребенке, не проводят исследования и так далее. То есть как вот у вас это проходит? Я хочу сказать, что вот на нашем уровне, вот на нашем, у нас вообще дети ничего не кушают и ничего не пьют. Они добиваются этого веса. Я вот считаю, что если девочка хочет заниматься спортом, более высоко, не на уровне города или чего-нибудь, то она сама будет его держать. И вес, и тренироваться, если у нее есть, как вот, например, у Лизы цель. Если гимнастку постоянно, например, не ешь, не пей лишнего, не ешь, это бестолку. Она ей наоборот будет хотеть. Да, она, если вот проходит сбор у тебя 2 недели, она будет худеть, сбавлять вес, потом она приехала домой и ровно через день его обратно набрала. Потому что это все-таки, опять говорю, зависит от человека, от его цели. Вот поэтому на своем уровне, мы ничего вообще никогда не употребляли. То есть, я к чему вел? Все безопасно. Абсолютно. Это важно. Все безопасно. Хорошо, да. Лиза, давайте мы покажем наконец медаль, которая свежая медаль, только-только отлитая в золоте. Прямо вот покажите. Вот так вот ее, чтобы мы могли. Вот так. Да, еще вот так. И подержите ее, мы посмотрим. Значит, я так понимаю, Лиза, что все это происходило в городе Белгороде, вот этот вот чемпионат Центрального федерального округа. Сколько было там гимнасток? Там было в районе 40 команд. 40 команд. 40 команд – это надо умножить на 6 человек. Это только в групповых участвовало в районе 240 человек. Кошмар какой, да. И вот теперь ощущения. Во-первых, какую программу вы показывали? Как долго вы ее готовили? Программа кандидатов. Программа у нас кандидатов в мастера спорта. Так. Мы начали работать в конце ноября. То есть довольно быстро. Да, и вот за месяц уже накатали подготовились. Накатали программу. Да. Ага. Там под музыку. Расскажи, какие виды вы делали, какие виды вы делаете? Что вы делаете? 2 упражнения. Мы делаем 2 упражнения. Первый вид у нас 5 мячей. Второй вид у нас 5 лент. С ленточками, да. Да, вот эти вот. С ними выполняется вся наша программа. Вы под каким номером выступали? Или там же несколько. Жеребьевка. Какая у вас в жеребьевке? Какими вы были? Мы были. Ну, не первыми и не последними. Мы были в последнем потоке. В последнем потоке. Это всегда сложно, наверное. Вы знаете, неизвестно. Да? Это как вот по судьбе. Понимаете, может быть, сложно выступать первым. Вот прям открывать соревнования. Действительно, все считают, что это сложно. И выступать совсем прям последним, мне кажется, тоже сложно. Уже все устали. Даже не столько устали, вы знаете оценки предыдущих своих соперниц. Вы их знаете, вы хотите сделать лучше, вы хотите... Дополнительная нервозность. Абсолютно верно. Поэтому вот они выступали в последнем потоке, наверное, не последними. И мне кажется, это хорошо. Хорошо. А какие были ощущения, когда вы поняли, что победили? Там как же, выставляются баллы, как-то объявляется, и потом был, наверное, подиум какой-то, как-то? На параде награждения у нас было 3 команды стояли. Мы еще не знали, какое мы место заняли. Но знали, что уже одно из трех. Одно из трех. То есть это еще такая интрига. Так. Когда объявляют на третьем месте команда Рязани, Рязанской области. Выдохнули, что не третье. Уже хорошо. Серебро так серебро. Да, дальше так и подумали. Это лучше, чем бронза. Серебро и серебро. Ладно. И объявляет команда Белгорода. Вы уже поняли, что уже радовались. И вместе с вами тренеры все, и тогда вот. Скажите, мы не можем еще не задать Елене Михайловне такой вопрос. Для того, чтобы подготовить таких спортсменок, тем более вы являетесь еще и вице-президентом Федерации художественной гимнастики Московской области, сейчас нас могут смотреть папы с мамами, вы говорите, с 3 лет. Что нужно, куда привести, как показать ребенка, как понять, что у него или у нее может быть счастье. Я сейчас не только про художественную гимнастику, но вообще про спорт, могут быть такие успехи. Потому что ведь родители часто стоят перед выбором. Куда? Либо в гуманитарном направлении. Либо школа, либо спорт. Да. Некоторые, кстати, и спорт, и музыка. Такой тоже вариант не исключен. Что нужно, чтобы попасть к вам, и как вы скажете сразу честно, у нас вам будет плохо или приходите к нам обязательно? Во-первых, я хочу, например, если художественная гимнастика, то художественная гимнастика развивается в 36 городах Московской области. Так.
Что касается нашего города. В нашем городе есть спортивная школа. Угу. Туда детей набирают с 3 лет. Первых 3 года дети занимаются как бы вот так же общефизической подготовкой. Их готовят, просматривают. Угу. Первых 3 года их просматривают. Потом происходит какой-то отсев детей. Ну, угу. Некоторые родители, не может быть, понимают, что вот не совсем, наверное, неправильно мы выбрали угу. гимнастику. Наверное, нам надо куда-то пойти. Вот. И, в принципе, мы можем, правда, проводим специальные тесты, соревнования ага. проходят, где родителей приглашаем. У нас всегда, если проходят какие-то такие вот соревнования с отсевом, то есть для просмотра детей, то мы, конечно, приглашаем всегда родителей. Вот, чтобы они видели. Ну, понятно, да, да. Да. И происходит вот так отсев постепенно. Остается, вот, например, был у тебя набор, 50 человек пришел. Угу. После вот этого 2-3 лет работы остается ровно половина. А вот до такого уровня доходит, ну, человек 5-6, если это доходит. Понятно. Постепенно дети понимают, что учеба для них сегодня важнее, что гимнастики они не тянут на тот уровень, который... Ну, вот я вот за свое время, за свою жизнь, сколько я работаю в спорте, я ни разу не выгнала ни одного ребенка. То есть остаются сильнейшие? Они сами. Да, они сами уходят. Хорошо, Лиза. Ну, а теперь самое главное, что наверняка волнует многих, это экипировка спортсменки по художественной гимнастике. Понятно, что мы, как зрители, видим только самое красивое. Во-первых, это прически вот эти, вот когда, да, вы даже сейчас в этой фирменной прическе, что нельзя же не распустить волосы, ничего. Хоть лысый ходи, да, прям, проще всего, наверное, было бы, меньше сопротивления. Ну, вот. А, и плюс еще вы принесли к нам вот фрагмент, даже, скажем, экипировки. Это купальник, да, для художественной гимнастики. Он так и называется, да? Купальник, да. Спортивный, да. Или как? Гимнастический купальник. Гимнастический купальник. Вот расскажите, я так понимаю, что это отдельно. Тут то, что вышит, это как красиво, но он же еще должен нести в себе функцию, ну, полезную. Как вот это все подбирается? Ну, вообще подбирается и по музыке, пошив купальника. Вот, должно, ну, как бы соответствовать. Там, если музыка русская народная, то и купальник должен быть тоже русский народный. Да. Да. Вот, например, вот наш купальник, у нас музыка яркая. Угу. Вот, и поэтому тоже тут неоново-желтый, угу. вот, с фиолетовым тоже хорошо сочетается, поэтому вот как бы ну, подходит да, все. Да, 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 мы видим. А вот скажите, пожалуйста, эти же купальники, они одноразовые, больше вы его уже не наденете? Нет, они многоразовые. Да. Ну, как бы человек же растет. А, вот, ну да, да. И пока ты как бы не вырастешь из купальника, ты его носишь. А потом он что, хранится, как в память? Или? Не знаю, просто. Ну, некоторые оставляют на память, да. Некоторые перепродают как бы его. Еще, да, еще может купальник поменяться в том случае, если вдруг тренер решил поменять программу. И вдруг... Вот сегодня у нас веселое и задорное, мы да. шили желтый с сиреневым. А. Завтра мы составили русскую композицию, естественно, меняется все. Да. И цвет мяча, и цвет ленты, еще плюс сюда же предмет должен подойти. Тем более песня «Катюша» тоже подойдет. «Катюшу», да. Мы должны тогда, соответственно, купальник под «Катюшу». Хорошо. Время, к сожалению, выходит. Я хочу последний вопрос. Сначала Лизе, а потом Елене Михайловне. Что для вас художественная гимнастика на сегодняшний день? Художественная гимнастика – это вся моя жизнь. Просто вся. Мне почему-то кажется, что Елена Михайловна ответит так же. Что для вас художественная гимнастика? Я очень давно работаю. Да. Вот когда мы сидели в Зуме, ага. вы знаете, я поняла, что мне чего-то в жизни не хватает. Иногда думаешь, надо, наверное, закончить уже, потому что, ну, наверное, по возрасту и уже по времени работы с детьми. И дети немножко другие пошли, более сложные в общении. И думаю, наверное, надо как-то уже все это заканчивать. Во-первых, очень много общественной еще работы. Ну да, да. Полно общественной работы. Должностей. Да, полно общественной работы. А вот посидела 3 месяца там или там месяц и поняла, что, наверное, мне этого не хватает. Поэтому, как и Лиза, отвечу, что гимнастика – это моя жизнь. Гимнастика – жизнь, моя жизнь, считает Елена Михайловна и Елизавета Мелехова, которые сегодня были гостями нашей программы. Елена Михайловна Розанова. Специалист, огромный специалист в области художественной гимнастики не только в городском округе Люберцы, на уровне Московской области, да и Москвы, и всей нашей страны. И будущий, я надеюсь, чемпион не только России, но и Олимпийских игр, и чемпион мира Елизавета Мелехова, которая сегодня у нас присутствует фактически сразу после победы на первенстве Центрального федерального округа групповых упражнений в составе сборной команды Московской области. С победой вас еще раз. Спасибо вам большое. Порадовали, красивый вид спорта. Ну а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.